Привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре Zombie Catchers. Играем мы сегодня со стаями от подписчиков. Будем брать всевозможные костюмы. Да, вот большинство подписчиков попросили, чтобы я сегодня походил в костюме Бада. Тем не менее, вот подписчик с ником The Artem попросил шлем волка и Илья блогер, чтобы я одел костюм бандита. Что ж, давайте-ка я начну с первого костюма. Надень мне костюмчик бандита и выполним сегодняшнюю миссию дня. Итак, прибей зомби к земле. Вот, прибей зомби к чему-нибудь своим гарпуном. Пенек, например, удобная штука. Ну что ж, принимаю вызов. Кстати, пенек у нас есть только в болотной локации. Но я думаю, ничего страшного, если мы вот возьмем костюмчик бандита. Вот, возьму-ка, друзья, я... кстати, какое оружие взять? Вот я возьму транквилизатор, но я буду пытаться в основном прибивать к пеньку при помощи гарпуна. Вот, причем возьму еще капканы. Ну что ж, как-то так. Итак, костюмчик грабитель банка, и мы отправляемся с вами в локацию с костюмчиком от Ильи блогера. Что ж, супер. Итак, друзья, давайте-ка попробуем. Да, друзья, кому интересно, пишите в отзывах, в комментариях свои костюмчики, и я буду их брать в следующем видео. Итак, вот, кстати, пенечек, вот которым я могу попробовать прибить зомбика. Давайте-ка попробуем это сделать. Итак, мелкие зомби. Пока пугаем. И пытаюсь... Эх, друзья, вот не знаю, как это получилось, кстати, уходит. А если вот так... Вот, да, засчитало, друзья. Несмотря на то, что я прибил к земле, нам это засчитало. Ну что ж, давайте-ка я еще попробую прибить несколько зомбиков к земле. Вот, надеюсь, этого хватит. И мощный удар. По-моему, друзья, одного прибил. И еще так, да. Вот, нет, друзья, только одного зомбика мне засчитало. Ну, ничего страшного. Итак, попробуем еще прибить несколько зомбиков к пеньку. Итак... Да, вот, одного я прибил, один уходит, и, ну вот, сейчас попробую что-то проделать, и так не получилось. Ну что ж, ничего страшного, вот, троих из шести мы в одной локации поймали, мне кажется, это, друзья, тоже неплохо. Итак, давайте-ка пугать зомбиков. Ох, ничего себе, нашего Эйджара я оглушила, и нужно срочно выбивать зомби. И вот, отлично, одного я прибил. Оставшихся, друзья, будем выбивать. И как-то так. Ой-ой, друзья, и так уходят. И последний зомбик. Да, друзья, кучу плутония из него удалось выбить. И я беру мастерской заход. Правда, не все получилось так, как я ожидал. Ну, тем не менее, удалось неплохо, я считаю, нам сыграть. Удалось вот выполнить множество заданий. Вот 4-6, по-моему, я взял. Сейчас посмотрим. Итак, да, 4 из 6 зомби удалось мне прибить пеньку. Ну и давайте-ка, друзья, я отправлюсь с вами в песочную локацию. Возьмем здесь костюмчик волка. Тот, что попросил подписчик. И да, друзья, в конце видео я пройдусь по всех костюмчиках Эджея. Они все абсолютно мне открыты. Вот, кроме того, вот, друзья, стоит ли менять пушку? Особого нету, так как, видите, я в основном работаю при помощи гарпуна. Ну, пусть будет пока транквилизатор. Вот, а дальше, друзья, я буду брать костюмчики Эджея. Ну, и вы, конечно, пишите в комментариях, если вам это интересно. Итак, давайте-ка я попробую прибить к этому песчаной насыпи. И... Да, друзья, вот я выпью одним выстрелом, удалось вот добить оставшихся зомби, и, по-моему, друзья, мы выполнили сегодняшнюю миссию, вот довольно-таки легко, оставшихся зомбиков я буду сейчас вот подстреливать при помощи транквилизатора. Итак, вот так, отлично, одного нашпиговали, вот зомби уходят, ну, а я их ловлю при помощи вот капканов. Кстати, давайте-ка попробуем убить эту птичку, вот пока неудачно, а если вот так, да, ничего себе, один выстрел удалось сбить, два альбатроса или две чайки, что это были заморские птицы, непонятно, но выстрел получился зачетный. Просто супер. Итак, осталось три зомби. Вот, увидеть, что-то я сделал не так. Но, думаю, друзья, сейчас я остановлю здесь два капкана. Вот, и если даже зомби уйдут от моего гарпуна, они попадут на капканы. Ну, как-то так. Вот, отлично. Итак, беру транквилизатор.
прячусь и попробую сейчас их вот поймать. Так, Октябрюгина, друзья, и вот уходит. По-моему, кто-то ушел. И Октябрюгина, мелкий, вот, друзья, уходит, и я не переключился на транквилизатор. Неудачно сыграл, и вот не удалось мне взять мастерской заход. Итак, не знаю, друзья, как-то отвлекся, как-то не получилось. Что ж, ничего страшного. Давайте-ка отправимся в следующую локацию. Вот. И я возьму костюмчик Бада. Вернее, это все костюмчик Эйджея. Есть отдельный герой Бад, напарник Эйджея. Кто смотрит видео, вот, и мультик по Zombie Catchers, тот знает. Бад, робот, напарник Эйджея, который помогает ему ловить зомби. Ну что ж, и сделать из них вкусняшки. Давайте-ка отправимся в следующую локацию. Итак, я взял Бада. Давайте-ка мы пробежимся. Ох, ничего себе, волк! Да, вот волка, шутя, уничтожает наш Бад. Вот, прямо в прыжке. Оставшихся зомби я попробую пожарить при помощи пушки Теслы. Вот, кстати, мелкий вот зомби не ушел, но благодаря вот гарпуну Эджея нам удалось неплохо справиться. Вот, кстати, ой-ой-ой, друзья, и нашего Эджея вот оглушает мелкий зомби. Сейчас я попробую его поджарить, да. Вот, от Эджея так просто не уйдешь. От Бада, прошу прощения. Итак, оставшихся зомби я пытаюсь поджарить, оглушает Эджея, но думаю, ненадолго. И вот так, ах ты, заряд не дошел, и они ушли, спрыгнули в пропасть. Ну как так? Как так получилось, друзья, не знаю, был уверен, что достану, не достал. Что ж, не будем рисковать, дальше я установлю ловушку Теслы и попробую поджарить оставшихся зомбиков при помощи нашего оружия. Итак, вот пушка Теслы прожаривает всех зомби вот электрическим разрядом, и это приносит нам победу. Ну что я могу сказать? Конечно же, вот Бат наиболее прикольный из героев, хотя костюмчики Джея мне тоже очень здорово нравятся. Что ж, продолжаем охоту, и давайте-ка я возьму еще какое-то интересное оружие. Вот, продолжаю играть за Бада, так как за него было множество голосов. Причем, друзья, я думаю, на боссов сегодня мы не будем с вами охотиться. Хотя, если это вам интересно, пишите в отзывах, в комментариях. Я с удовольствием возьму, вот, и сделаю отдельное видео охота на боссов. Ну а сейчас давайте-ка побегаем по локациям, набьем зомбиком, чтобы запустить зомби-машину. Причем, вот, давайте-ка я попробую накрыть зомби при помощи интернета. Хороший выстрел, я один выстрел, вот Бад поймал сразу же зомби. Хороший выстрел. Отлично. Вот этого летающего зомбика тоже нам удалось поймать все в карте. Отлично. Итак, еще зомбари. Давайте не стану рисковать. Кстати, что это за голуби? Итак, вот выстрел, выстрел, выстрел. Хочу догнать голубей. Да, ничего себе. Вот одним выстрелом удалось сбить два голубя. Ну просто супер. Вот устанавливаем ловушку Теслы и попробую поймать вот носить мед этих двоих зомби. И неудачный выстрел, но одного мне удалось зацепить, мешало вот летающий щит. Тем не менее, я считаю, неплохой у нас получился результат. Отлично, итак, бросаю мозг, прячусь и надеюсь, оставшихся зомбиков мы тоже поймаем при помощи сетемета. Ну вот, одного зацепило, двоих зацепил, один удрал, но его поджарила вот ловушка Теслы, и мы взяли очередной мастерской заход. Ну что ж, получился хороший бой, и давайте-ка продолжим охоту на зомбарей. Отлично, да, я думаю, давайте-ка, друзья, отправимся в лагуну. Там тоже попробуем поймать кого-то из зомби. Причем я возьму морозную пушку. Вот ловушка Теслы пусть остается. И попробуем тоже вот набить достаточно зомбиков, чтобы Бад мог запустить свои зомби-машины и зарабатывать денежку. Отлично. Итак, отправляемся с вами дальше. Давайте-ка посмотрим, что здесь делается.
Вот, ну что ж, я думаю, при помощи морозной ракеты очень будет легко замораживать и уничтожать зомби. Итак, морозная ракета летит и, шутя, вот замораживает зомби. А вот это палатки, давайте-ка я попробую поймать. Эх, как здорово удирает, но от Эйджея так просто не уйдешь. Вот морозная ракета довольно-таки здорово догоняет вот монстров. Вот, кстати, интересно, тратится ли... Да, кстати, друзья, обратите внимание, здесь есть морские монстры, которые здорово такие жрут зомбарей, если они туда попадутся. Кстати, давайте-ка попробуем скормить вот одному из зомби, вот из морских монстров, кого-то из зомби. Мне кажется, это тоже будет прикольно. Итак, бросаем мозг, прячемся. Вот. И русалочку попробуем накормить. И почему-то, друзья, не сработало. Ну, не сработало, тогда я вот замораживаю вот русалочку и попробую морскому монстру вскормить еще несколько зомбиков. Вот, отлично. Итак, бросаем мозг. Пытаемся их напугать. Вот, кстати, а ну-ка, друзья, да, вот русалочку удалось мне оглушить. Ну, а вот краба попробуем сожрать. Да, вот видели, как прикольно морской монстр сожрал краба. Вот только пошли пузыри. Отлично. Итак, одним выстрелом сбиваю одну медузу. Ну и давайте-ка попробую еще сбить вторую. Вот так. Отлично. Итак, давайте-ка попробуем еще покормить морского монстра при помощи... Ох, ничего себе, какой прикольный вот у нас краб. Вот я пока не буду их сбивать, буду готовить ракеты. Надеюсь, что монстр сожрет кого-нибудь. И что же монстр, друзья, почему-то не шумел. Почему-то не шумел. Вот, ну и я уже морозными ракетами вот замораживаю, ловлю оставшихся зомбиков, как-то так. Ну что ж, это было прикольно, забавно. Вот, нам удалось выполнить сегодняшнюю миссию. Нам удалось пробежаться с костюмчиками от подписчиков. И давайте-ка посмотрим, что же у нас за награда. Итак, испытание пройдено. И наша награда это... Вот, скорее всего, друзья, золото, плутоний и еще что-то. Итак, золото есть, а плутония не выпало. Выпало только два зомбика. И да, друзья, болтики, шестеренки, гайки у меня уже не выпадают, так как я... полностью улучшил все зомби-машины. Вот, супер. Ну что ж, итак, друзья, давайте-ка я запущу зомби-машины. Пусть пока они вырабатывают вкусняшки. Вот, пусть бизнес Эйджея идет вверх. Да, кстати, не хватает на некоторые зомби-машинки. Предлагает нам поймать зомби-босса. В принципе, друзья, можно поймать несколько зомби-боссов. Вот, под конец видео. Вот давайте, наверное, я это сделаю. Ну и, конечно же, пишите отзывы в комментариях в свои составы и каких зомби-боссов ловить в следующем видео. Я с удовольствием пойду вам навстречу. Итак, супер. Вот активирую всевозможные зомби-машинки. Вкусняшки вырабатываются, а я пойду еще попробую поймать какого-то босса. Причем давайте-ка попробуем начать с первого босса. Вот, один из моих любимейших, это бабуля на свинке, которую я сейчас попробую поймать. Вот, готовим гарпунную пушку. Вот, баб за рулем, а Эйджей руководит гарпунной пушкой. Итак, немножко Эйджей запустил, вот промахнулся, ну и все страшно, сейчас, надеюсь, попадет. Так, промах, а чтобы попасть в эту свинку, но еще раз свинку. Итак, я, кто-то не здесь запустил, сейчас, надеюсь, что мы так попадем. Да, вот здесь первое попадание. Попадание, ну да, ну вот буквально в последний момент удалось вот поймать бабулю, что-то как-то не пошло, но тем не менее зомби-босс пойман, и мы давайте-ка переработаем ее на вкусняшку. Кстати, кто не в курсе, наиболее выгодно переработать зомби-бабулю это в трехглазую рыбу. Давайте-ка найдем, вот. Вот, это зомби-бабулька, которую мы и перерабатываем. Супер. Ну что ж, итак, давайте-ка, друзья, я отправлюсь еще за каким-то забавным, прикольным зомби-боссом. Вот, кто у нас здесь остался? Итак, зомби-босс из Лагуны, зомби-босс из снежной локации,
зомби-босс китайский и зомби-босс тритон. Кстати, да, друзья, кто не в курсе, вот если нажать сверху на изображение зомбика, у нас появится вся информация о всех зомби. Итак, зомби-лдвибон, зомби-смузи, зомби-желе, зомби-пирожные, зомби-мороженое, болотный босс, зомби со вкусом дыни, зомби со вкусом банана, зомби со вкусом ананаса, зомби со вкусом креветки, зомби со вкусом кокоса, пляжный босс, пряничный зомби, чайный зомби, шоколадный зомби, конфетный зомби, хоккейный зомби, снежный босс. Вот дальше у нас веселый взрыватель зомби, летающий зомби, зомби-грабитель, реактивный зомби, зомби на байке, китайский босс, зомби-русалка, зомби-ныряльщик, зомби-пират, зомби-морская звезда, зомби-тварь и босс лагуны. Причем, друзья, давайте-ка мы походимся на босса лагуны, на вот... Некоторые писали, что это тритон, вот зомби-босс, ну пусть будет тритон. Вот, попробуем сразиться и поймать этого зомби-босса. Отлично, так, готовим шампунь и вкусную зелье и попробуем попробовать морскую тварь. Так, короче, мысли, но вот вода затормозила. Так, надо отсюда, когда вы повыше. Так, не дается пока пробиться. Давайте я попробую так. Первое попадание, отлично, зомби-босс. Прямо к плечу. Вот мы, надеюсь, что это не так. Дайте мне достаточно хороший дом. Еще один раз все-таки удалось зацепить вот зомби-босса из лагерного телефона. Ну что ж, подкуплю еще плутония и попробую его поймать. Два попадания это, конечно, неплохо, но я рассчитывал на больше. Итак, подбираем угол осадки. Надеюсь, что вода не будет давать нам сопротивление. Попробуем его поймать. Так, неудачно выходит. Ну как же так? Как же так? Я пробую поймать. Еще одно попадание и морской зомби-босс пойман. Ну, как-то так. Итак, друзья, мне не понравилось, что мы как-то неудачно его ловили. Давайте-ка я еще попробую как поймать кого-то из зомби-боссов. Вот, наверное, давайте-ка я еще... Да, кстати, нам предлагают его переработать. Наиболее выгодная машина – это рыбные палочки. Ну, а сейчас, чтобы заработать побольше вот монеток, давайте-ка я переработаю его в кальмара или осьминога. Что за тварь, непонятно. Вот, друзья, не хочу на вот такой вот непонятной ноте заканчивать. Вот, люблю ловить зомби-боссов с первого захода. Вот, давайте-ка еще попробуем поймать снежного зомби-босса. Вот, надеюсь, что с ним мы тоже справимся сразу же. И не нужно будет вот таких вот нюансов. Давно не играл в эту игру, поэтому... Четвертое попадание. Ну вот так, шутя, нам удалось поймать снежного босса. Ну и сегодня, друзья, я на этом уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите отзывы в комментариях, кого из зомби-боссов ловить в следующем видео. Я буду действовать согласно ваших отзывов в комментариях. Пишите свои костюмчики. И да, друзья, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч! Светик, иди сюда!